боже. О, не, показалось, мне показалось, Онки. Там, кажется, нормальный парень, и он улыбается. Да? Эй, парень, вставай! Вставай! Спасибо, путники. Блин, чувак, ты можешь... Ты можешь быть серьезным? Почему он как наркоман, я не знаю. Ты можешь посерьезнее быть, а? Да. Блин, что у тебя за скином, чувак? Ты реально нарик какой-то? Чувак, если у меня нариковский скин, так, давай не перезай. О боже, я там что-то видел. Так, нет, вроде кажется, никого нету. Кажется, показалось. Там, там кто-то есть, Онки. Да. Парень, ты как? Он кажется нормальный. Онки, подойди сюда. Возьми руку, вот, бро. Спасибо, путники. Вы очень вовремя. Если бы не вы, они ворвались так неожиданно. Они убивали всех, не щадя ни стариков, ни детей. Я слышал их крики, я видел море крови. Я уже надеялся выжить. Моя очередь подходила. Вы вовремя вернулись. Я обязан вам жизнью, готов идти с вами до конца. Да, блядь, вы вернулись, дебил. Я не могу, я сижу с закрытым носом и пытаюсь не заржать. Блядь, я говорю, убери это. Смотри на его улыбчивую рожу и слушай, это серьезно. Давно вы вернулись. Да чё, убери слово вернулись. Вернулись. Хорошо, я ж не знаю, куда вы, откуда. Скажи, я вас не знаю, но очень здорово, что вы пришли за мной, вот. Хорошо. Давай, чувак. Вы очень вовремя пришли. Так? Так ну, сложно. Типа, да, вы очень вовремя, блядь. Чувак, у тебя очень смешной скин, блядь. Так, давай, брат. Тихо. Раз. Два. Три. О боже мой. Кажется, показалось, Онки. Ну там кто-то есть. Да? Да, иди сюда. Пойдем поможем ему. Что за... Дрочишь, шугу, что ли? Я не могу смотреть. Я не могу. Что это было за... и капшот такой. Я думаю, что здесь так сильно? Чувак, я раненый. Так, боже мой, раненый, они говорят... Знаешь, как будто бы кончили. У меня через 20 минут стрим, чувак, нам еще возвращаться обратно. Все, молчу. Все, так давай, на счет три, все, блин, боже, вы запарили, а? Так, ты готов? Раз, два, три. Ах, боже, походу мне показалось, не, погоди, я хочу рыгнуть. Там сверху чувак, а вон, что он там делает? Бля, а чего это он должен? Привет! Бля, меня сейчас съемнет! Убей его, блядь, что ты стоишь, смотришь? Почини окно, это не по сценарию было. Я не могу, сейчас закончу. Два окна простырили. Ну, блядь, я было бы ему потратил. Ты, по-моему, еще где-то здесь, блядь. Не-не-не, нормально, там таки было. Окей. Так, давай. Погоди, мне нужно сожрать пилюлю. Гемот надо вырубить, эту пилюлю. Так, ты кто? Раз. Два. Три. Походу мне показалось, Онки. Так, кажется, никого нет больше. Нет, там есть один парень, эй! Смотри! Ты жив? Чувак! Спасибо, путники. Вы очень вовремя, если бы не вы... Чувак, что тебе не нравится? Я не держусь. Сука. Что за... Тима, знаешь, людей видел. Я сказал спасибо, Буя. Люди, надо передернуть сразу же такой. Все, понял, эти хао, они тебя смешат. Не, ну ты просто сделай это, как будто бы, знаешь, как будто бы тебе больно, а не как будто бы ты кончил, реально, пожалуйста, веди. А то у тебя реально получается, как будто ты только что прямо зарядил камшотик такой. Вот так.
Да вот так вот не нужно делать, да, давай. Возвращайся, Онки, возвращайся. Давай. У меня стрим через 18 минут, мне нужно закончить, отдавайте, давайте. 18. Так, ребята, я захожу. Так, ребята, давайте их из рука. Есть, я убил одного. Блять, ты ебал, ты что? Ты ебал. Винил, ты дал, ты меня убил, блядь. Ты не вовремя вышел. Я нацелился на него, и ты дернулся, я тебя убил. Винил, ну ты дебил, конечно. Да я с револьвера плохо стреляю. Да не стреляй, да я не знаю. Не целься ни на кого. Дай мне дигл, с револьвера не умели P90. Какие там у вас ники, онки?